телефоном. Так, сейчас иди рассортирую все. Так, так, так. На рандом. Угу. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Эти у меня остались, да, получается? Мы же играем этими. Переворачивай, смотрим. Что у нас там? Эти положи цветным наружу. Ой, ёксель. Что-то как-то супер весело получается. Так, все. Поле сделали. Бери 3 штуки. Себе. Кого? Эти по 3. Бери. Три набирай. Такой я 4 взял. Сейчас. Так, кто первый? Ты хочешь? Угу. Давай. Можешь поменять, сброс отправить, и это. А так? Может, на мою сторону, без разницы, на кую. Сюда. Так. Попробую вот так. Добирай. Одну. Добираю, ходи. Сразу можешь добирать. Ходи. Так. И ты дышишь. Все, светодиодик. Нет, а, у тебя без резистора. Я вас сжег. Угу. Все. У монету я его сжег. Ходи. Когда реально понял, что ум бесполезная вещь. Угу. Куда пошел? Ладно, я попробую тогда вот сюда. Так вот решил. Тут это. А я вот сюда добирай. Что, не замыкаешь? Ничего. Так. А я замкну. Бзыть. И у меня лампочка. Лампочка дает 2 очка. Ходи. У тебя 3. Все, 3. Если не нравится, можешь просто поменять сброс, исправить это место хода. Лампочка автоматически как резистор действует. Вот они, вот все соединения, вот памятка. Смотри, как угу. Можно. То есть угу. Пачка. То есть лампочка со светодиодом дает 2 очка. Угу. Причем она дает 2 очка лампочки и 2 очка светодиоду. Это самое выгодное. Так. Я хожу. А я-ка пойду вот. Плюс, блин. А я вот сюда пойду. Ходи. Паяльник убирай, да, в сброс.
сходил. У тебя это электричество пропало, подача. Ну, что я могу сделать? Ну, извините. Я опять зажгу. Ходи. Игра заканчивается, если мы одновременно с тобой поменяем, пропускаем ход, понял? Угу. Меняем карточки. Что-то даст. Тут минус-минус замкнешь. Ну ладно. Качку не добираешь. Так, что бы мне сделать-то, чтобы ничего не сломать? Это что? Так, минус. Это что такое? Диод? Диод. Что делает? По направлению тока. А, только. То есть вот, ага. От плюса к минусу, видишь, должно идти. Угу. Блин. А, вот так. Ходи. Ни на что не влияет, он как бы такой. Фиг вам. Ах ты ж. Это... Ладно, так, да? А мы пойдем вот сюда, вот так. Что тут включить наоборот. Угу. Так, а мы пойдем сюда. А on-off считается как отдельное действие? Да. Угу. Так. Минус. Ну, включил. На да. Минус. На минус? Да. Два очка и два очка, хочешь сказать. Та-дам! Пум-пум-пум-пум-пум. А, блин, цепь. Две лампочки. Да, чё? Получается? Две, да. А что-то я заглупил. А что-то ничего не произошло такого. Чё? Что-то ничего особенного не произошло. Да. А, я, кстати, забыл два раза добавить карту. Ну, ты бери. Ходи. Ой. Плюс? Минус. Где плюс? Ты видишь, пересечение идет. Ага. Все. Ну, ладно, не надо соединять. Ты же видишь, тут нету это скрещивание. Тут ага. Проводники не соединяются. Можешь пропустить ход. Или поменять карточку. Менять карточку. Ты мне показывай. Чё, нет, назад, не назад, сброс ее отправляй. Сброс отправляй карточку, бери новую. Все, я хожу теперь. Угу. Так. А я сделаю подлость. Я выпаю у тебя вот этот элементик. Ходи. Ты уже брал карточки, у тебя есть три штуки. Поменять. Меняю. Это пропуск хода или просто меняю? Что хочешь? Поменять. Поменять. Это пропуск. Не пропуск хода? Пропуск. А. Ну ладно, мне как бы терять нечего. Вот так? Угу. Надо все-таки ее разделать, сейчас я косю лампочку положил, уже все. Чтобы она не менялась, да? Да чтобы нет. Очки не убирались. Да.
Давай так делать. Ага, сейчас правило попало. То есть, получается, 2 очка здесь, а здесь осталось. Только да если вот так. Уже... Только если перезамкнул, когда меняется. Нет, уже все. Нет, нет. Тут оставляем на боковых. А, на боковых оставим, на центральных пропадает. Да, да, центральные только. Ну. Я себе могу еще. Ходи. Ну, терять нечего. И... Ты ж... Ты не забывай, что ты плюс на плюс замкнул эти... Да? Да. Ты этого не говорил, что плюс на плюс это замыкание. Это замыкание, вот. Поэтому ты, значит, получаешь эту. Так, у тебя карточка есть? Так я тогда назад убрал. Подожди, отдай мой... Забирай. А где мой анов другой, который я потратил? А куда он у тебя? А, вот он. Вот. Зачем он назад положил? У тебя три карточки на руке, тебе не надо. А, ну бери. Думай. Пасуешь, можешь поменять. Сбрасывать кар... с руки сбросить одну карточку тогда. Не, сбрасывай сюда в сброс. Все, теперь я хожу, да? Угу. Какой у меня есть вариант? Закончить игру, наверное. Потому что... Больше делать нечего. Пас, пас, не пас. Ватерпас. А вдруг еще паяльник есть? Ладно, я тогда просто пасую. А, кстати! Ты мне говорил, что здесь не прокатит ток. Отсюда-то ток идет? Идет. С лампочкой. Идет. Кто мне сказал, что это? А где не идет? Вот здесь не идет, но здесь-то идет ток. А, здесь идет, да. Только тут хитро, не забывай, что это третья. Ну, поставь лампочку, сейчас будет прикол. Угу. Знаешь, какой? Теперь считай, сколько лампочек в цепи. Одна. Две. Две. Так третья в третья. Эту цепь не входит. Входит, третья сюда. Угу. В цепи три лампочки, поэтому они не начисляются очки никому. То есть лампочка получается... Вот это у тебя зря потрачено будет. Тут светодиодик только наставить. Если светодиод поставишь, нормально, потому что здесь резистивка есть. Че, пасуешь или? Знаешь, я хочу попытаться еще выиграть. Mm-hmm. Так что буду всякую дичь творить. Сюда? Да. Ладно. То есть не пасуешь, добирай карточку. Придется все-таки мне сделать одну вещь. Знаешь, какую? А я просто выпью вот эту. Паяльник, детальку. Ходи. И чё? Они теперь мне приносят. Мне теперь приносят тоже. А, я заново зажёг. А, ну спасибо. Ты, кстати, помог. Почему? Относительно. Себе, ага, да. Потому что... А то, что... О, всё, я хожу. Я понял теперь. То есть, лампочку надо ложить. Не понял. Лампочку сюда? Здесь не приносят, здесь уже очки есть. То есть сюда очки уже не ложатся. Так да. Я заново зажег. А это... если игрок перезажег, то, наверное, заменять нужно. Потому что теперь другой игрок зажег. Думаешь? Да. Или просто добавлять надо. Наверное. Добавлять, давай, да. Давай добавлять. Что типа и тот зажигал. Угу. Да, вот правило внести изменения последние. Ты внимательно смотри по цепи. А хотя тут уже ничего не даст. Тут лампочек много слишком. Угу. Только светодиод ставить. Даже. Или сюда светодиод. Потому что вот три лампочки светодиод цепи дает единичку. Mm-hmm. Сюда? А я хитрый. Так. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. И у меня получается... Две лампочки. Три это лампочки. Не... Три лампочки и светодиод. Дает одну очку. Единичку. Так, у меня сколько очков уже? 1, 2, 3, 4, 5. Знаешь? Ах ты ж, паразит. Не мне, не людям. 1, 2, 3, 4, 1, 2. О, господи, сейчас уже кончится все. Ладно, я пасую на всякий случай. Пас. Пас.
Чё? Пас. Все, игра закончилась. Ничья. Ничья? Блин. Ну да, вот сейчас надо поправить вот эти вот вещи, что добавляем, а серединку убираем. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ничья получается? Да. Ну все.